Здравствуйте. Смотрю, значит, питомник мой садовод, судя по номеру Подмосковья. Думаю, дай просто ради прикола, значит, закажу что-нибудь. Ну, заказываю, значит, а потом открываю в интернете отзывы. Мой садовод там просто пишут: мошенники, деньги взяли, ничего не прислали. Короче, ну все в таком духе. Очень много негативных отзывов. Перезванивает мадам. Я говорю: у вас какие саженцы? Однолетние. Я говорю: размер какой? 20 сантиметров где-то примерно, 25. А я говорю: вы знаете, я говорю, мне сказали, вернее, я прочитал, что вы мошенники. Ну, это пишет конкурент, там, я говорю: а у вас свой питомник? Свой питомник. Я говорю: в Подмосковье? Он перезванивает. Ну, вот, свой питомник. Я говорю: на что у вас привит персик? Минута две пауза. Ой, вы знаете, давайте я уточню и вам перезвоню. Представляете? А я говорю: абрикос на что привит? Ой, опять ой, я не знаю. А давайте я вам в понедельник позвоню. А я говорю: а деньги, как я могу вам отдать, если вдруг вы меня обманете? Она говорит: ну, больше 5 тысяч сразу оплата, а если меньше 5, то можете на почте оплатить. Я говорю: если вы мне там нарвете тополя или березу, говорю, положите туда, или просто кирпич в коробку, я говорю, за 5 тысяч. В общем, это ужас. Это просто ужас. Мой садовод называется. Откройте, посмотрите там, что творится в отзывах. Там вообще кошмар. Ужас просто. Спасибо за информацию, брат. Пригодится. Сейчас наберу мой садовод. Ну что, друзья, сейчас поймете один, почему я открыл мой садовод. Я привык к мошенникам. Я не говорю, что они мошенники. Я еще пока не говорю. Вот. Да, отзывов огромное количество негативных. Вот, смутило, что на что плевать не знают, сами не знают, на что плевать. То есть плевать, а на что не знают. Вот, это уже минус, теряется искренность, теряется доверие. 20-25 сантиметров саженец. Это не саженец, это урод какой-то. Я вам как-то, даже, может быть, сейчас-то я вам покажу. Я готовлюсь к вебинару. Там несколько саженцев я привел в качестве негатива. Так, это еще не все. Смотрите, что получается. Набрал и мой садовод. Вот, и хотел бы разобраться, Крым это или Подмосковье. Но когда я начал разбираться, мне стало интересно совсем другая вещь. Я стараюсь, около 200 плодопитомников присвоили мои фотографии. Тогда я сказал себе: если кто-то просит, помогите мне разобраться, я помогаю. Если питомники нет моих фотографий, я понимаю, уже видно там. У них огромное количество фотографий из интернета. Своего сада нет. Вот. У меня 3300 фирмы, и все сделано, ну, практически все в моем саду. А здесь ни одной фирмы, ни одного плотика в своем саду. Вот. А все надергано. Скорее всего, они перекупщики. Ну, я сейчас не говорю, да или нет. Я просто взял и набрал каталог. Вот каталог. Что я сделал, когда я нашел каталог? Вот. Дальше. Сейчас мы будем разбираться. Вот. Луковичные. Пионы. Саженцы. Бесплодовые кустарники. Хвойники, экзотика. Вот. Покупайте, кто вам не дает. Вот. А мы будем искать плодовое растение, плодовое дерево. Вот я нажал. Сейчас у меня, я всегда выбираю абрикосы. Почему? Найти абрикосовый сад Подмосковья практически невозможно. А продает Подмосковье. Вот. А магазин там, ну, сами знаете, где Крым, где Подмосковье. Опять я ничего не намекаю. Я набираю саженцы абрикоса. Еще раз. Это должен быть огромный маточный сад. Естественно, что если он есть, то и фотографии есть. Набрал. Давайте смотреть. Вот, например, что-нибудь сейчас найдем такую уж совсем экзотику, которая в Подмосковье и не пахнет. А что искать-то? Вот моя фотография.
Вот. Доказывать надо. Я ее показывал не меньше 10 раз и доказывал, что это мое. Ну, цена 270 рублей, это 2 стакана водки. Обижаете, обижаете. Вот. И еще, когда я вот это нажал, видите, вот он внизу, маленькое окошко. А вот рядом еще окошко, я на него тоже нажимаю. Вот оно, видите? Это тоже моя фотография. Понятно? Вот. Почему это делается? Они взяли обе фотографии моих, так? Вот. И что придумали? Вот ты вам, пожалуйста, целое дерево. Целое дерево, да. Вот. Вот они. А вот, значит, отдельный крупный план. Так вот, друзья, я сейчас нажимаю сюда. Найти изображение веток. Еще раз говорю, я их позорю только потому, что они украли у меня фотографию. Эта фотография железа вся страна уже знает. Давайте посмотрим, сколько присвоили их этих самых интернет-магазинов плодопитомников. Настроились? Сходите чай попейте, возвращайтесь, я все буду листать. Представляете? Вот одна. А вы думаете, это все? Вот. Она чуть-чуть отличается. Посмотрите, видите, рядом. Видели? Внимание. Нажал на эту. Вот. Вот. Но. А ну-ка, кто там был до этого? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, нет. Господи, какая дрянь. Вот эти вот. Вот эти вот, эти вот. Саженцы. Ну, придираться не буду. Вот. Давайте сейчас сделаем так. Я, вот это вот в Сибирях. Мой сад действительно находится в Сибири, да? Давайте смотреть. Еще, прибавляем еще столько плодопитомников. Купить саженцы в Москве. Вот. Абрикос уже Фатьяновский стал. Вот. Сибиряк это тоже название из пальца. Саянский, пожалуйста. Вот. Уже воронежский румяный стал. Вот видите, он уже воронежский румяный. Вот. То есть все выдумывают, выдумывают, выдумывают. А самое интересное, знаете, что я тут искать не буду? Вы поверьте на слово. Тимирязевская академия на сайте. Тоже это моя фотография. Я поэтому тоже не жалею. Даже у нас это самое. Уже академии у нас не могут обойтись без нас, сибиряков. Вот, пожалуйста, столько получается. Возвращаемся обратно. Вот. Возвращаемся обратно. Итак, вот это сайт. Вот это. Как он там назывался-то, господи? А, мой садовод присвоил мою фотографию. Скажите, пожалуйста, если это моя фотография, так, то что они продают? А? А та дама не знает, на что привита. Так, нет? Я вот еще... А, господи, смотрите, красота какая. Это же абрикосы размером 100-120 грамм. Вот я эту фотографию давно знаю. Ее присвоило опять огромное количество. Не верите? Смотрим. Найти изображение в Яндексе. Вот. А как не соблазниться? Это ведь кто-то вас купит, господа. Смотрите. Кто-то вас купит. А? Саженцы купить Петров, Забайкальск. Ой. Забайкаль. Они еще и Забайкалье растут. Вот эти огромные. Ага, там. Кукиш показать. Вот, пожалуйста, навеяло меня вот это вот разговор с товарищем, который рассказал, как он позвонил и что ему ответили. Еще раз, господа, которые продают, я Железов, увидел свою фотографию. И только поэтому я вас позорю. Вот. И представляю, сколько горя вы принесете людям, продавая саженцы размером, как она это. То, что вы видели на картинке, там в горшках, это все херня. Главное в натуре. А в натуре она сказала 20-25 сантиметров. Вот. Ну, а и отзывы. Там, если смотреть отзывы, вот, то лучше не смотреть. Значит, теперь, к чему я призываю своих друзей? Вот таких вот питомников, которые только мои фотографии такие вот присвоили, вот, вот такие вот, как вот это, как это, у меня их много, полсотни фотографий моих украдено с моего сибирского сада. Я вас призываю, пожалуйста, это один человек такой нашелся, вот, только один.
А я вас всех прошу, разоблачайте это, иначе у вас никогда садов не будет. Никогда. Это очень просто делается. Вот с этим уже разобрались. 8 800 444 78 41. Вот. Можно было бы еще нескольким позвонить. А потом точно так же взять и рассказать мне. Можно даже сейчас легко любой этот самый фиксирует. Любой этот уже чуть ли не утюг может сделать запись вашего телефонного разговора. По-моему, уже утюги даже это могут. Пожалуйста, надо делать так. Вы присылайте мне такую же информацию, как вот это духовое письмо. Вот. И будем говорить в открытии. А таких много. Очень много. Ну, давайте еще раз, чтобы время не терять. Смотрите, что получается. Кто меня еще не видел, кто меня не слышал. У нас все время позволяет. Мы сейчас с вами зайдем, например, ко мне на мой сайт. Мне очень легко и просто заниматься этим делом. Сейчас я объясню, почему. Вот. Сейчас поймете. Сейчас у меня поймете. Сейчас у меня поймете. Набирайте. Это так, я это здесь легко бы нажал, а я для вас. Сайт садовода. Ну, это в Яндексе. Жел. Дальше не буду. Сайт садовода Железова. Вот. Смотрите, официальный сайт. Глядите сюда. Видите? Вот он мой сайт. Здесь все, чем я располагаю, это вы потом посмотрите. А я вот ради фотогалереи сюда нажал. Смотрите. Вот она, да? Фотогалерея. Вот это единственный на планете сад такого типа. То есть абсолютная морозостойкость. Вот, для даже сибирских регионов Сибири, для большинства. И качество плодов, мировой уровень. Вот это вы будете смотреть, листать, год за годом. Этого никогда сюда не заглянет ученые, потому что им после этого придется менять технологию. А менять технологию – это страшная вещь. Вот. Это когда я обратился к Лукашенко, наши мне не ответили. Высылал Путину все материалы, какие есть, учебные материалы, книги свои высылал. Вот. Представляете, какое богатство? А, это бесполезно. Вот. Знаете почему? Когда администрация отправляет материалы президента по назначению, то есть в академию, а академия это самое, надо признать, что вот это все существует, а у них все этого нет. Понимаете? Нет у них этого. Вот. И получается, этот сад так и остался изгоем. Лучший сад России. Это единственный сад в России. Еще есть несколько подобных. Но это самое, это, который подобен райскому. Но этим заниматься наука не желает. И вот смотрите дальше. Я листаю. Это год за годом идет. Год за годом. Вот. И тут начинают попадаться фотографии, которые вы видели где? Правильно, в интернете. Сейчас я вам хотя бы несколько покажу. Вот. Хотя бы несколько. Те, которые сами по себе вдруг появляются на чужих сайтах. Как они умудряются слябзить? Ну, не приложу. Я не такой дока, а не такая. Вот. Видели, что творится? Нет? Вот, вишня с Украины привез. Видите? И знаете, сколько ее в этом самом? Ой-ой-ой, найти изображение в Яндексе. Посмотрите, сколько раз ее украли. А она моя. Смотрите. Вы представляете, что творится? И вы думаете, у вас, а я ее привез и районировал с Херсонской области. А? Видели? Вот, один пример. У меня таких порядка 50. Вот так. А как можно определить, что это моя? Смотрим дальше. Сейчас.
Вот. Идем вглубь веков. За 40 лет занимаюсь этим. Только вот эту фотографию. Сколько слям взяли? Немного, немного. Такая фотография. Как вы умудрились не слямить, а? Ну что, ребят, такая фотография. Вот. А вот это вот тоже это, смотрим. Эти изображения. Это я вас учу, когда вы будете на чужом сайте открывать фотографии, вы будете знать. Вранье. Смотрим. Вот получше. Вот сколько вы. Вы что? Нормально. Так это не все. Они еще, видите, вот он, да? Разворачивается вот так. Я не знаю, меня видно или нет, смотрите, вот, вот так вот раз. Смотрите на эти две фотографии. Видите? Одна. Развернули, и теперь как стало? Был Амур, стал Горный Абакан. А Горный Абакан. Ой, нет, подробнее не буду. Вот. А вот еще. Видели? Вот так вот. Ладно. Я могу это все до бесконечности. Вот, смотрим дальше. Еще покажу, где вот, о, вот эту вот фотографию выдает мою. Мою подчеркиваю. Заколновидную. Найти изображение в Яндексе. Вот. Поехали. Нормально. Наворвали. Вот. Позаимствовали. Вот. Еще. Вот. А, самое интересное, хотите? Эту же фотографию невозможно украсть с моей мордой. Западная Украина. Знаете, как они сделали? Сейчас я наберу. Найти в Яндексе. Смотрим. Видели сколько раз? И вы что думаете? Смотри, 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 смотри. И вы что думаете, что из-за моей физиономии не украли? Варианты есть. Например, Западная Украина, по-моему, Тернопольщина. Вот. Вот эта фотография размещена. И написали, что видите, какие у нас сальцы. Вот этот товарищ, вот этот вот, не называя моей фамилии, якобы купил у нас саженцы, и у него выросли. Вот такие вот америкосы. Вот это молодые, молодцы рекламщики. Смеетесь? Мне не смешно. Я всю жизнь на это положил. А стал покупателем, который у них саженцы купил, и вырастил вот это чудо. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой, идем дальше. Еще парочку покажу. А там еще вон сколько. Еще за 8 лет. У меня уже сил нету. Просто поверьте на слово, что я вас сейчас учу определять мошенников. Я не сказал, что это что-то вот это вот самое, что это мошенники. Вот. Просто которые были вот в этом самом. Ну, которые вот которые. Вот. Которые якобы продают вот эти вот. Якобы. Хотя, конечно, это вранье. Где вы такие абрикосы под Москвой видели? Даже в Крыму они могут быть. Могут быть. Но президентов, смотрите, сколько. Докажите, что это ваше. Вот свои я доказал. Значит, итак, я сейчас вам небольшую инструкцию читаю, и мы расстаемся. Итак, вы, когда... Вот, даже сейчас я вам даже покажу это. Что вспомню, 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 вспомню. Так, надо как-то все это позакрывать. Закрыть, 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 закрыть. Закрыть, закрыть, закрыть. Так. А видите как? Нарисовали такие. А что она сказала? 20-25 сантиметров. Погнали, что такое 20 сантиметров. Это что за саженец такой? Почему мы их не видели? Вот. Ладно, эту тему мы закрываем, но каким образом закрываем? Сейчас, минуточку еще подумаю. Вот, минуточку подумаю. Ладно, наверное,
хотел я как бы это продемонстрировать, ну хотя бы пока на словах. Нет, все-таки так хочется вам показать этот питомник, хотя бы какой-нибудь. Ну, например, нажмем сюда. Вот это, что называется, это моя... А, кстати, 3000 с лишним фильмов. Это ладно. Давай же вот. Это вот другой раз. Запомните, не сказал, что на успехается. Здесь я вас подробнее учить буду. Так, допустим. Вот. Допустим. Так, это моя гостевая книга. Здесь мы с вами тоже учимся. Так. Сейчас. Где бы показать-то? Может, в Одноклассниках. Нет, не здесь. Допустим. Почта. Где-то много этих самых. Где-то много. А, вот они. Ой, мои хорошие. Вот это моя переписка с вами, да? Вот. О, кстати. Саженцы, абрикосы. Вот они. Ну-ка, питомник тоже или другой? О, пожалуйста. Дирижер сада. Всегда взяли ту же самую фотографию. Три огромных абрикоса. Видели, я нажимал? Да? А и цена поменьше. Это уже примерно 1,5 стакана водки. Вот я чуть-чуть не пошутил, что с вами разговариваю, как старый алкаш. Видели, да? Уже здесь он, уже здесь, да. Вот. Поняли, как это выглядит, но еще не все показал. Вот. Видите, уже другая картинка. Вот, давайте саженцы, граната, нам не надо. Вот. Так. Саженцы, персики. И своего питомника. Если покажет фотографию своего питомника, тогда согласен. Давайте посмотрим плодовое. Абрикос. Больше у меня обычный абрикос волнует. Давайте смотреть. Вот. Когда вам покажут это чудо, запомните. А это, как бы не возмущался вот эта фирма. А это, вы видите горшок? Вы видите вот такой величины палку, на которой растет огромный вес. И если бы они не нарисовали, а был бы натуральный, он бы давно бы сломался, еще когда только завязывался. Вот. Причем колновидный, причем принц. И вот то же самое я вас учу. Найти изображение в Яндексе, давайте искать. Смотрим. Я вас постоянно вижу. Вот это рассчитано на дураков. Они смотрят. Смотрите сколько. Они смотрят и не видят, что это все нарисовано. Вот. Они этого не видят, потому что невозможно, чтобы вот на этой, вот я показываю мизинец, огромный вес держал. Где же ведро этих самых персиков? Вы понимаете, как дурят? И везде все вот это, все, что вы видите справа, все это похожее изображение, все это обман. Почему я это говорю? Итак, мы с вами залезли первым попавшимся, убедились, что все это вранье. Вот. И вы будете делать так же. Теперь так, допустим, вы еще не до конца поверили, что, ну да, как же им без красивых нарисованных картинок убедить вас купить? Но у вас же все равно какие-то саженцы пришлют. Тогда давайте продолжайте этот самый допрос. Они правду не скажут, если только их, как это, помните, средние века инквизиция, зная, что от этого зависит их жизнь, их заработок, их только можно, если в этот самый испанский сапог, кости дробить, на дыбу, вот, спину ломать. Вот, вот тогда еще, может быть, сознается. А так бесполезно. Но все равно они легко ловятся. Первое. Саженцы ваши, ваши. Это сразу, даже не это самое, не спрашивайте, откуда это. Сразу говорите, фотографии вы взяли в интернете. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сад и можете ли вы предъявить фотографии? Вот. Значит, тот, кто будет на связи, поплывет, обязательно поплывет. Вот. Дальше, помните, как тот товарищ любознательный, с чего мы начали фильм? А на что привито? Ага, сейчас вам рассказал. Поплывет. А я живу, врите, я живу в 10 километрах от вас. Можно я приеду
и со своими горшочками, там этими тазиками, ведрами, ванночками. Мы наковыряем нам саженцы, чтобы они были свежие. Узнаете, что это запрещено, вот, что только со склада, вот, и так далее, и так далее. Никто не скажет, какой же это худорог, садовод это вырастил. Попросите фамилию, пусть скажут. Ну, это же невероятно, это чудо, вы можете сказать. Это мировая сенсация, это Нобелевская премия, раз в России. Вот. Вот так говорите с ними. Представляете? Вот умудриться вот это вот выдать за колоновидный абрикос, вот эту рисунок. Вот на этой палочке вот это висит, и умудрились хотя бы нарисовать четыре мощных кола. Вот видите, мы вынуждены связать, а то бы уже давно упало такой уникальный урожай. Все, заканчиваю, друзья. Итак, надеюсь, мы не расстаемся. Пожалуйста, спасибо тому человеку. Я не стал показывать ту картинку, где его телефон. Знаете почему? И это, чтобы продолжить общение. Да потому что это на WhatsApp. Потому что там рядом одновременно видно еще несколько десятков телефонов. А это запрещенный прием. Да, мы все друзья, но телефоны я просто так не светил, не свечу. Все, заканчиваем. Я вас очень прошу, не попадайтесь на эту удочку. Мошенниками тот питомник назвал не я, а тот товарищ после разговора с этим с представителем. Боже, как им трудно живется. А если бы люди бы это, правду бы это, знали бы правду бы, если бы разговаривали как которых, людьми, которые собираются все скинуть, обмануть, уже бы все бы оттуда повалялись, не смогли бы больше врать. Вот, все, давайте пока. Вот. Я надеюсь, это кино вам пригодится.